Добрый вечер. Напомню, меня зовут Илья. Во-первых, что хочу сказать. За эти два дня, я впервые в теплице, и за эти два дня реально было жарко. За это огромное спасибо. Огромное спасибо профессионалам за их участие. Каждый внес свою лепту, подал новые идеи, нашел решение старых каких-то идей интересных. Ну и так далее, и так далее. Спасибо огромное за помощь. Итак, «Поющие клоуны», добровольческий ансамбль, вот проект. Есть дети, которым мы нужны. Существует, мы посещаем детей, которые находятся в детских домах-интернатах, которые имеют особенности в развитии. Чаще всего это их называют дети с несохранным интеллектом. В частности, мы ходим в детский дом Московский 21, где проходит у нас музыкальная терапия с детьми. Так вот, главное понимание проекта – это что детей не излечить, они бесспорно обеспечены, поскольку их есть государственная поддержка, но у них мало ярких моментов ввиду того, что они просто ограничены в своих возможностях передвижения, ну и так далее. Вот, собственно, кадр того, как это иногда происходит. Мы приходим к детям в стационар и общаемся с ними через музыку. То есть получается так, что за то время, пока мы находимся в палате, мы исполняем энное количество там песен, занимаемся музыкальной вокализацией, общаемся с ребенком посредством игры, ну, заинтересованности, как-то включаем их. Цель проекта на хакатоне. Проект существует уже 3 года, накоплен определенный опыт, но в любом случае хотелось услышать некую супервизию. И вот самый главный вопрос, который у нас сейчас стоит, это именно как масштабировать деятельность проекта, поскольку понимаем, что то, что делает проект, это не только интересно, это важно, и есть категория людей, которым он просто необходим. Итак, на хакатоне стало понятно, что надо создавать сайт и привлекать новых добровольцев и, соответственно, информировать о той проблеме, которая существует. Позже я немножко расскажу о добровольцах. Целевая аудитория. Ну, по поводу проекта, еще раз, что это дети с отклонением в развитии, они находятся в системе соцзащиты либо здравоохранения, все зависит от разных регионов, но в Москве это соцзащита. А то, что касается аудитории продукта, то есть того сайта, который мы уже подготовили, это потенциальные участники 20+, почему-то именно такой возраст, потому что из опыта уже понятно, что те добровольцы, которые могут прийти, они должны все-таки быть уже такими осмысленными. Угу. Опа. И куда это? Технический компонент, который мы использовали, это Icon Finder, Tilda Publishing, на нем мы сделали как раз сайт, и YouTube. Успешность проекта – это в первую очередь то, что у нас есть успешное понимание нашего опыта, нужен сайт, и вот 60 тысяч нам будет достаточно для того, чтобы довести сайт до ума, как говорится, до рулей. Финансовая устойчивость сейчас есть у проекта, и в принципе он не требует дополнительных сейчас большого финансирования. Что было сделано? Разработана концепция стратегии сайта и рабочий прототип сайта, и приглашаю Льва как технического директора. Спасибо. Пока наш сайт открывается, я немножко поговорю просто в режиме бла-бла. С технической точки зрения это просто одностраничный сайт, однако он сейчас доведен до состояния не просто прототипного, но абсолютно рабочего прототипа. Он, я бы сказал, почти хорош для того, чтобы выложить его в интернет и при этом иметь некоторый успех. Здесь мы могли бы увидеть видео, если бы у нас был интернет получше. Вот. Далее это что-то вроде маленького лонгрида, но
Он достаточно хорошо проработан, и вся информация, которая здесь есть, она была очень сильно вылизана. Мне кажется, что его можно действительно выпускать в сеть прямо сейчас, и это будет абсолютно хорошая штуковина, которая выполнит целиком все задачи, которые на нее были возложены. Это ничего не было бы возможно без гения Дениса Пономарева из «Верстака». Всегда есть что допилить и подкрутить, и поэтому деньги мы потратили бы именно на такие простые волшебные мелочи. Спасибо.